сегодня на китайский рынок за подарками на Новый год. Дело в том, что здесь не принято покупать сувениры, символ Нового года, как у нас в России. Поэтому мои сувениры, подарки будут эксклюзивными в виде кроликов. Дело в том, что сувенир кролика нигде не найдешь, кроме как на китайском рынке. А Новый год – это символ кролика. Поэтому идем за сувенирами. Конечно же, вот они, кролики. Где же еще их можно увидеть, как на китайском рынке? Все здесь принято дарить желтые трусы на Новый год. Не знаю почему, но вот так принято. Куплю, наверное, такие подарки некоторым людям. А, вот это. Тесты, ну? Ага. Я. А вот и кролики. Сейчас купим кроликов. Тут еще вот есть такие интересные вещи. Вот всякие сувениры тут. Вот они кролики, разных размеров, разных видов. Сейчас что-нибудь приобретем. Тут вот такие есть. Мне нравится. Тут и перуанский символ есть, и китайский одновременно. Все, я взяла сувениры. Идем дальше. Еду на другой рынок, хочу купить себе одежду новогоднюю.